Семейство чернотелки – одно из самых больших среди жуков. Их известно более 17 тысяч видов, среди них около 1000 в фауне нашей страны. Наиболее многочисленны они в сухих открытых пространствах, степях, пустынях, саваннах. Но много их также в тропических лесах и гораздо меньше в лесах умеренного пояса. В России они особенно характерны для Казахстана и Средней Азии, где относятся к числу самых массовых и заметных насекомых. По внешнему виду чернотелки очень разнообразны. Несколько напоминают жужелиц. Большинство чернотелок питается преимущественно растительной пищей. Среди чернотелок встречаются и очень мелкие виды, и очень крупные. К первым можно отнести чернотелку трутовиковую, которая встречается на древесных грибах, трутовиках. Все мы хорошо знаем, что грибы бывают хорошими и плохими. Не только в смысле съедобности или наоборот несъедобности, но и потому, червивые они или нет. На самом деле, употребляемые нами в пищу грибы заражены при этом, как правило, не настоящими червями, а личинками двукрылых насекомых, мух и комаров. Хотя в действительности грибы часто заселяют и представители самого многочисленного по видовому разнообразию отряда животного мира – жесткокрылые или жуки. Правда, большинство жуков из разных семейств предпочитает заселять грибы, растущие на деревьях, или древесные грибы. Но развиваются они и на наземных тоже. Жуки заселяют самые разнообразные грибы, от хорошо нам известных сыроежек и даже ядовитых для нас мухоморов, до очень твердых, но доступных для поселения жуков, грибов, трутовиков. По внешнему виду чернотелки очень разнообразны. Объединяет их строение ног. Лапки передних и средних ног имеют по 5 члеников, задние по 4 членика. А также наличие характерных боковых расширений головы впереди глаз и сросшиеся стерниты брюшка. Чернотелка трутовиковая, еще называют этого жука чернотелка грибная. Черные, сильно выпуклые и блестящие жучки, длиной 6-8 мм. Тело сравнительно короткое и яйцевидное.
Голова полукруглая, с отступающим лбом. Ротовые органы грызущего типа, с умеренно развитыми сильными жвалами. Основание передней спинки округлое. Самки отличаются от самцов более широким и более выпуклым телом. Величина тела не связана с полом. Часто самцы не уступают самкам по длине тела. На надкрыльях имеются две широкие поперечные полосы, перевязи, желтого или желто-оранжевого цвета, с неровными зубчатыми краями. В случае опасности жук выделяет вещество с очень сильным неприятным запахом. Отсюда следует еще один из русских синонимов названия жука – вонючка бирюзовая. И действительно, лучше в руки их не брать. Чернотелка тротовиковая обитает в Европе и в Азии, как правило, в лесной зоне, преимущественно на березе и дубе. Основной пищей жука являются молодые плодовые тела грибов-тротовиков. Живут внутри грибов. Наиболее часто плодовые тела грибов-трутовиков, растущих на коре деревьев, бывают изъедены личинками чернотелок. Чернотелка трутовикова является мецетофагом, как личинки, так и имага. Как правило, развиваются насекомые в мякоти плодового гриба. Редко можно найти его на других грибах. Этот вид тесно привязан к конкретным местам обитания, к лесной зоне и грибам-трутовикам. Чернотелка трутовиковая напрямую зависит от употребления в пищу грибов. По этой причине такой тип жуков называют мецетобионтами. Питаются как личинки, так и взрослые, особенно тканями и спорами грибов. Зимняя спячка проходит в сухой мертвой древесине. Жуки собираются крупными скоплениями, до 30 особей. Жуки начинают прятаться за несколько первых ночей морозов в свои зимние укрытия. И вот поэтому в конце осени практически невозможно встретить этих насекомых на деревьях. Самки начинают откладывать яйца в мае, прокалывая мягкую поверхность плода. В год дают 1-2 поколения, в зависимости от погодных условий и наличия пищи. При оптимальных условиях личинки первого поколения появляются в июле, а второе – в сентябре. Первое научное описание рода сделал Карл Линней в своем 10-м издании «Система природы» в 1758 году под названием «Хрясомелла болетти» и определил его к семейству листоеды. Первое описание рода «Диаперис» сделал Жофруа Сент-Илер, французский зоолог, в 1762 году. Вид в Красную книгу не внесен. Насекомых очень привлекают грибы, их мицелий и плодовые тела. Последний хорошо известен каждому, кто имел дело со съедобными грибами. Действительно, в лесу трудно найти хотя бы один вполне выросший гриб, который не был бы червивым.
В почве грибной мицелий служит важным, если не самым основным источником пищи для первичных бескрылых насекомых, некоторых мелких клопов, личинок многих жуков и низших двукрылых. При этом грибоядные насекомые, поедая грибную ткань, нередко распространяют споры грибов, наподобие того, как это наблюдается в случае питания позвоночных животных плодами и семенами покрытосеменных растений. Таким образом, видно исключительно полное и многообразное употребление в пищу насекомыми всех органов наземных растений и их остатков. Последние десятилетия установлено, что значение грибов в жизни и эволюции жесткокрылых насекомых очень велико и в действительности намного больше, чем предполагалось ранее. Подтверждением этому является тот факт, что многие виды жуков, которые считались многие десятилетия, например, хищниками, в действительности связаны в своем развитии и питании с различными группами грибов.